сегодня мы собрались для того, чтобы поздравить друг друга с Днем работника жилищно-коммунального хозяйства. Я хочу сказать, что, конечно, мы все живем и не замечаем благ цивилизации уже, потому что как данность дано, что есть тепло в доме, что есть свет, что есть вода, водоснабжение, водоотведение. И все эти блага дают люди, которые работают день и ночь. Вот сегодня сейчас мы говорили об этом. И есть дежурная служба, и они несут эту службу практически как военные, выезжают на аварии и устраняют какие-то недостатки, которые вот привели вот к таким ситуациям.